Друзья, всем привет! Расскажу вам сегодня про три ошибки, которые люди допускают, когда учатся брать баре, а возможно, не только учатся. Я тоже сейчас, когда продолжаю там играть с кем-то, например, аккомпанирую каким-нибудь девчонкам там какой-нибудь джаз или что-то еще, ну, редко зовут какие-то кавера поиграть где-то, ты играешь с листа, много-много гармоний, и рука устает, потому что тебе надо играть не какие-то там прекрасные джазовые гармонии, типа там... А тебе нужно играть самые-самые банальные аппликатуры, потому что по-другому не котируется. И, скорее всего, вам тоже часто приходится такое делать для того, чтобы звучание было аутентично тому стилю, в котором вы играете. Скорее всего, это что-то популярное. Поэтому я вам расскажу сегодня, что делать с баре, как избежать основных сложностей путем исключения трех основных ошибок. Если вы хотите получать регулярную обратную связь, если хотите задавать вопросы по баре, по технике, по импровизации, по теории, если хотите получать регулярную информацию, если хотите интенсивно прокачиваться в удаленном формате. Короче, все это есть по ссылочкам внизу. Проходите, вы найдете для себя по-любому какой-то интересный продукт на любую абсолютно ценовую категорию, потому что я создал крутейшие штуки, крутейшие сообщества, крутейшие чаты для тех, кто хочет просто получать задания каждую неделю, и для тех, кто хочет получить полноценные видеокурсы с пособиями, или для тех, кто хочет интенсивно прокачиваться ВКонтакте со мной. И вот это все доступно по ссылочкам внизу. Пожалуйста, проходите, потому что таким образом канал будет жить, вы его поддерживаете таким образом, и это очень круто. Спасибо всем, кто подписан. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Итак, первая из основных ошибок — это то, что мы помогаем себе еще одним пальцем. Таким вот образом. Это самая большая ошибка. Но бывает еще хуже, когда мы помогаем несколькими пальцами. И вот тут самая сложность возникает, как научиться делать не так. В принципе, очень просто, надо делать не так. То есть понятно, что здесь аппарат, он не готов, скорее всего, и надо его тренировать. Для того, чтобы его тренировать, надо просто брать, скорее всего, малый минорный септаккорд и его играть от всех ладов. Естественно, здесь будет легче, здесь будет тяжелее. На акустике будет, в принципе, тяжело, но ее надо отнести к мастеру. Для этого можно в гитарный клуб он отнести, там хорошо отстраивают под всякие фингерстайл-истории. И ребята сделают вам оптимальную высоту струн, и, соответственно, струны поставят хорошие, которые, на которых удобно играть. В принципе, любые гитары подвержены настройке, если они еще не превратились в полено. Поэтому это важно. Но скорее это будет уже даже отдельно вторым пунктом. Первый пункт — это то, что не надо себе помогать. Для того, чтобы не помогать, мы тренируем вот это движение постоянно. Видите, то есть у меня все чистенько, понятно, что у меня другая гитара, другие струны, но все равно на акустике я, в принципе, тоже с этим хорошо справляюсь. Для того, чтобы этот палец тренировать, мы просто нагружаем его постоянно, указательный палец, и он привыкает к этой нагрузке, и все происходит классно. То есть, если на гитаре изначально неудобно играть, то и баре на ней будет браться тоже очень неудобно. И вариант, когда гитара провоцирует вас делать, совершать первую ошибку, то есть делать вот так, это прям совсем не вариант, совсем не круто, совсем не камильфо. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы инструмент был играем. Сейчас вот есть, например, акустики Enya. И они прекрасно вообще отвечают всем требованиям. Они очень дешево стоят, до 10 тысяч рублей, там, ну, максимум 15. И это просто отличные инструменты, их легко отстраивать, они неубиваемые, как гитара, чтобы с ней пойти в горы, короче, или путешествовать. Она прям супер подходит для того, чтобы выполнять любые задачи, и практически неубиваема. Поэтому просто ищите себе удобный инструмент. На электрогитаре отстроить все под руки еще проще, потому что здесь струны тоньше. То есть, если там стоят какие-то восьмерочки, девяточки, поначалу вообще легко. Если у вас руки сильные, ну, ставьте десяточку, и там, или как у меня одиннадцатые стоят, например. Я просто люблю одиннадцатые, люблю себя мучить. Сразу скажу, что у меня тоже бывает боль, дискомфорт, когда я беру баре, вообще легко, изи. То есть, я играю там полконцерта, и у меня просто рука отсыхает, на меня там вокалистка, например, смотрит, говорит, ты как живой, а я такой, типа, ну, так, временно. И это нормально, когда долго не играешь все эти аппликатуры, да, такое бывает. И отсюда третий элемент, который я хотел бы сказать, ищите аппликатуры без баре. На самом деле, в большей части песен нахрен не нужны аппликатуры с баре. То есть реально не нужны. Ну только если прям очень просят, чтобы было там... Ну, как бы можно и без этого, да? То есть у нас там
каждое трезвучие, каждый септаккорд можно взять в куче разных аппликатур и даже с басом. Делать это можно двумя способами. Либо мы ищем аппликатуры септаккордов и трезвучий, которые не содержат в себе барре или содержат малое барре, так называемое, да? Либо мы берем двумя пальцами какой-то барре, если это, например, малый минорный, или там такие истории. Или мы ставим каподастер и играем все по системе caged. И про систему caged сделаю отдельное видео, почему она мне не нравится, почему я ее не котирую, но... По ней есть уже подробное видео в курсе по ссылочке внизу, так что можете проходить и регистрироваться. Вот, друзья, это были три элемента, как упростить себе задачу с барре. Я вам про все риски рассказал, чем это грозит, так что подписывайтесь на мой канал, проходите по ссылочке внизу, поддерживайте канал, выбирайте для себя самые-самые полезные услуги. Я очень старался сделать для вас полный комплект, просто мрачный. Все, пособия, курсы, чаты на любой вкус, интерес и спрос. Пожалуйста, проходите, чекайте и подписывайтесь на канал. До новых видео!